Приветствую вас, друзья. Обновился таймер до самого большого патча, и в нем добавились скриншотики новых штормсау. В прошлом видео мы узнали, что они в принципе будут. В этом видео нам уже показали, кто именно будет. Танки будут с 6 по 10 уровень. На 6 уровне у нас Су-122, на 7 уровне Су-Д-15, на 8 уровне ИСУ-2Ш, на 9 уровне Объект-715Г, и на 10 уровне Объект 261 вариант 4. В принципе, все то, что тестили, то и натестили, то мы и получили. В принципе, как обычно, никто не просил, вот нате получите, и потом много лет мы от этого будем страдать в рандоме. Но плакать заранее не нужно, все будет сбалансировано. Ведь так заверил нас Юша в своем видосе, я его не смотрел, это вы мне рассказали. Но раз Юша сказал, что все будет в порядке, ну как мы можем после этого плакать, негодовать и вообще говорить, что все будет плохо? Ведь мы же видим, что все сбалансировано, мы же видим баланс. А это значит, что Леста уже заявила свои способности в этом творчестве. А это значит, что специалисты по балансу, а там такие есть, все сделают отлично. И лазером в темечко по 700 мы будем получать сбалансированно. Чего вы напрягаетесь-то? Ведь разрабы начинают шевелиться только после бурного нытья, когда прям весь рандом взвыл. Только тогда они начинают понимать, что что-то не так. Но тут не надо ныть, а то вдруг еще не добавят. А мы же так ждали эти штурмсау. Их же пару лет балансили-то. Но если столько лет балансили, они явно будут классные. А еще их кто-то просил, в скобочках никто. Ведь это так же круто убивать на передней линии тяжей, которые сдерживают направление. Им же и так легко играется. Чё они вообще едут играть? Нормальные люди вон в кустах сидят, а эти какого-то черта лезут вперед. Так не надо вообще. Правда, непонятно, в кого вы тогда с кустов стрелять будете, если никто играть не поедет. Но это все шуточки, или нет? Следующая новость, про которую хочу рассказать, это сборочный цех, который начинается 4 ноября, буквально через несколько дней, в 9 утра по Москве. И заканчивается он 11 декабря в 3 часа ночи. В этот раз будем собирать танчик Аллигатор. Это британская ПТ-шка 9 уровня, премиумная. Я уже про нее рассказывал, показывал, покажу еще раз, вдруг пропустили. Вот вам коллижен моделька, в которой можно танковать некоторыми частями не голдовые снаряды с пробитием 260, но и то есть места, куда все равно и такие снаряды будут пробивать. А вот если зарядить премиумные снарядики, так называемую голду, то там брони уже, короче, нет. И всего лишь с пробитием 310 на 9 уровне вы будете встречать периодически даже больше пробития. Вас будут фаршировать в силуэт. Поэтому, на мой взгляд, это такое же, как и тортик, дырявое квадратное ведро. Но своих любителей, возможно, оно найдет. Мне такое не нравится. Мне немножко другого плана нравятся танки. Но, в принципе, этот танчик можно будет получить бесплатно. Задачки обычно в сборочном цехе несложные. Потихоньку большая часть их выполнит. Танчик себе в ангар поставит. Кому понравится, будут кататься, кому не понравится, ну, танк в ангаре стоит, есть не просит. Что еще можно будет получить в этом событии? 11 дней према, 700 тысяч серебра, 18 тысяч опыта, 18 демонтажных наборов, пачку резервов, 500 бон, 2D стиль Аллигатор, который можно будет налепить куда угодно. В принципе, нормально вроде выглядит. Глаза жабы там есть, какие-то там чешуйки, очешуительный камуфляж. Если стать в кустик в таком камуфляже, то вы и сами себя не найдете. Идеально. Также там еще универсальные брошюрки будут давать в этом событии. 3 резерва на серебро. Вот это щедрость барского плеча, чтобы вас там засыпало серебром за эти 3 резерва. Ошалеть, спасибо большое. Ну и понятное дело, в конце вы получите этот самый ФВ-205Б Аллигатор со 100% экипажем и слотом в ангаре. Кстати, слоты можно уже вроде за серебро покупать, так что спасибо. Также еще добавляется магазин сборочного цеха, где можно будет купить танки прошлых сборочных цехов, причем за золото или за свободные жетоны. Причем можно будет комбинировать, частично купить за жетоны, частично за голду. И к тому же эти жетоны будут храниться от сборочного цеха к сборочному цеху. То есть не надо будет спешить, можно будет
постепенно, потихоньку их собирать, и потом, когда уже хватит этих жетонов, купить, что вам там надо. Как получить свободные жетоны? Проходите сборочный цех, прошли его, получили танчик, и у вас каждую неделю оставались задачи, которые у вас лишние, они получаются невыполненными. И вот после того, как вы уже закончили проходить сборочный цех, вот эти вот лишние задачи начинаете проходить, и уже за них начинают давать эти свободные жетоны. Либо же можно их купить за боны или за золото. Также эти свободные жетоны можно копить от сборочного цеха к сборочному цеху, и потом, когда вам там надо будет, можете их потратить. Причем можете выбрать то количество свободных жетонов, сколько вам надо, вперемешку с голдой. То есть можете частично жетонами заплатить, частично голдой, или дождаться, когда хватит полностью жетонов, и взять только за жетоны. В принципе, все. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.